столице состоялась церемония открытия 14-го Ташкентского международного кинофестиваля. На фестиваль съехались актеры, режиссеры и продюсеры 40 стран мира. Но сначала перед церемонией звезды кинематографа прошли по красной дорожке. И с некоторыми нам удалось пообщаться. Всегда с удовольствием сюда приезжаем по поводу и без. Сейчас замечательный повод с замечательным фестивалем, которому я желаю процветания и всяческих благ. Я первый раз на фестиваль должен был приехать в прошлом году, но не получилось. В прошлом году, к сожалению, мы не смогли присутствовать. А в этом году мы фактически с первых дней были на этом фестивале. И вот первый раз вообще в жизни прошли через красную дорожку. Очень волнительно. Праздник, праздник. Поздравляю праздником. Congratulations. Вообще хамеки не ха. И келили красной дорожке. Кей праздник. Хамеки запомнили. Прошлого года фестиваль проходит в обновленном формате, привлекает все больше внимания со стороны мировой киноиндустрии и становится одной из визитных карточек нового Узбекистана. Вот так торжественно, весело и звездно состоялась церемония открытия 14-го Ташкентского международного кинофестиваля. Напомню, что кинофестиваль продлится до 18 сентября. Наша съемочная команда